Вот уже закончил мой сын 4 класс в Польше, в Кракове. Хочу показать вам, какие книги нам давали. То есть это такая даже не книга, а тетрадь для занятий, но они писали в обычных тетрадях и в этих, для польского языка. У них, по-моему, на первый семестр и на второй семестр две такие были. Такая же тетрадь для заданий по природе. Тоже они писали и здесь, и в обычной тетради. Это, кстати, нам все дали бесплатно. То есть такие тетради для занятий и книги. Хотя, может, год назад, а может, уже с этого года так ввели бесплатно. До этого книги уже с 4, начиная с 4 класса, родители покупали. Насколько я понимаю, там библиотека не выдавала. Сейчас нам выдала библиотека, ну, мы назад библиотеку вернули, ничего не покупали. Вот по математике тоже такая тетрадь для заданий. Ну и писали в обычных. И такие две. Одна больше как геометрия, и другая как вот обычная математика. Ну, в течение года они пишут и здесь, и в обычных. Ну, вот вторая такая. В 4 классе добавляются такие предметы, как техника, природа, информатика и история. Ну и плюс те, которые были предметы. И уже есть классный руководитель, с которым занятия один раз в неделю. Вот. И остальные все разные учителя. Они уже ходят по классам, и у них тумбочки есть на коридоре. Вроде бы как обещают докупить еще тумбочки, но пока одна на двоих у них вот так вот. Очень интересно, оно вот как, если видели в американских фильмах, такие на коридорах ящики. Ну вот что-то типа такого у нас. Это уже пошли все учебники, по которым дети занимались. Вот так они выглядят. Учебник по природе выглядит так же, как и тетрадка для занятий у них. Ну, обложка в смысле выглядит так же. Вот. И что для меня как бы стало, ну, не скажу открытием, но вот интересно, техника, предметы. По технике они изучали правила дорожного движения, что касательно велосипедов. То есть про велосипеды и правила дорожного движения. Вот этот предмет техника это изучает. И в информатике они в основном все делали на компьютере. В тетради очень-очень мало они писали. В основном это все было на компьютере и на флешке. Вот эта техника. По польскому языку достаточно толстая такая книга была. И, по-моему, по польскому языку пани дала ссылку, где, если, например, дети оставили в школе эту книгу, то они могли выполнить домашнее задание, ну, открыть в электронном виде эту книгу.
Это учебник истории. Историю в нашей школе преподает директор. Не знаю, как в остальных, но в пятых классах и шестых и так далее, но в четвертом классе у нас вел историю директор. По английскому, кстати, здесь нет, но тоже тетрадка для заданий тоже есть. Но нам ее потом дали позже, поэтому на видео ее нету. Но по английскому тоже такую тетрадь дали. В общем, это и все. Сын сказал, что ему в четвертом классе легче училось, чем в третьем. Не знаю, с чем это связано, но ему показалось вот так вот. Было более ему интереснее. Ну, интереснее, конечно, другие разные учителя, ходить по кабинетам. Так как первые 3 года они были в одном, и переменки все проводили в одном кабинете.